Данная сборка была сделана для одного из клиентов. У него уже имелась материнская плата, процессор, две планки оперативной памяти 8 гигабайтов и водное охлаждение. А также было куплено новый кейс. В данный момент его можете наблюдать на видео. Было приобретено дополнительные две планки оперативной памяти по 8 гигабайтов. Общее количество получается 32 гигабайта. Был приобретен SSD-диск типа M2 на 500 гигабайтов. Также был жесткий диск приобретен на 2 терабайта и блок питания на 650 ваттов. Временно я ему поставил видеокарту GTX 1050 Ti, которая не являлась настоящей видеокартой, она была фейковая, она была с чипсетом GTS 450, поэтому я ее отдал бесплатно, получил за нее деньги обратно с Алиэкспресса. И общая стоимость данного компьютера обошлась 550 фунтов, то есть по стоимости всех частей и комплектующего. На данный компьютер было установлено Windows 11 профессиональное и активировано. Остальное вы можете наблюдать на видео. В конце видео вы увидите конечный результат, что получилось. Прошу прощения за качество видео. Видео получилось не в самом лучшем разрешении и не все вошло в видео, так как я был увлечен сборкой и не обратил внимания, что остановилась видеосъемка.